Парни, включай! Сила у них большая, выбить их можно. Действуй быстро, но не торопясь. В общем, стоять насмерть! Есть стоять насмерть! Полный вперед! Противотанковая пушка 1200! Готово! Огонь! Молодец, Петрова! Бьешь метко! Выводи напрямую! Переключай на последнюю! По фашистским гадам! 800! Готово! Огонь! Стоп! Влево! Влево! Что случилось? Мы в яме, товарищ командир! Пушка врезала землю! Нижний люк завален! Мы в противотанковом рву! Товарищ командир! Стоять насмерть! Есть стоять насмерть! Вывести пушку из строя! Заряжай! Есть заряжай! Огонь! Проверить пулеметы! Немцы, подошли к танку Петрова! Покажи им, что мы живы! Подвать их гранатами! Молодец! Результат отличный! Испугались! Текают гады! Так, что там с пулеметами? Пулемет зарядило, перегорело! Граната достаточно! Едем приказно двоих, товарищ командир! Ясно! Оставим по 2-3 патрона для себя! Будем биться до последнего! Затихло все! Петро, вынимай блокнот! Пиши! Мы остались двое в танке номер 17. Командир танка, младший лейтенант Сивков Вадим Александрович, миродист-стрелок, красноармеец Крестьянинов Петр Константинович. Что-то появляется на горизонте. Пиши дальше. Решив лучше умереть в своем родном танке, чем покинуть его. Порядок. Пиши дальше. Просим сообщить домой, что мы выполнили свой долг перед Родиной, заняв одним танком село Явкино, и там погибнут. Наши адреса. Удмуртская ССР, село Каракулино, райвоенкомат, подполковнику Сивкову. Кировская область, Шурминский район, село Райники, Крестьянинову Константину Михайловичу. Подписываем. 15 марта 1944 года. 6 часов 10 минут. А теперь одевай шинель. Вы что? Товарищ командир! Готовься в дорогу, Петро. Надевай шинель, бери письмо. Сейчас не время рассуждать. Надо действовать. Останемся здесь оба, никто не будет знать, как мы погибли. А так? Понял? Понял, товарищ командир. Понял, Вадим. Прощай. Беги, друг, беги! Ну что? Что случилось? Вставай! Вставай! Вот так, вот так! Ранили гады! Давай, давай! Еще немного осталось до кустов, и ты спасен! Давай! Ну как-нибудь! Эх, нога! Нога раненая мешает! Что? Эх, сволочи! Прощай, Петро! Ты раньше, я чуть позже. Не спешите, я вам так просто не сдамся.
Туда я больше не ходок. Дорогие мама, папа и Томочка, сообщаю, что на фронте пришлось быть всего месяц. В наступлении прошли уже более 100 километров. 13 марта наш танк занял село Явкино. В ночь на 15 марта немцы пошли в контратаку, заняли село. В темноте мой танк упал в противотанковый ров. Немцы колотят прикладами по танку. Гогочут возле танка, но пока не открыли его. Живу, может быть, последние минуты. Вот коротко все о себе. Не волнуйтесь за меня. На то есть война. Желаю вам дальнейшей счастливой жизни. Последняя просьба к вам. Сообщите всем ребятам в Ижевск о моей смерти. Ну, пока все. До свидания навеки. Ваш сын Вадим. 15 марта 1944 года. 7 часов утра. Сивков. Подтягивают артиллерию, чтобы в бой стрелять надо. Ты сам сдавайся, шкура! Слышу, гад, слышу. Сейчас я тебе дам точный ответ. Только не уходи. Подходите, гады. Сюда, сюда. Вот так. Много вас. Отлично. Прощай.